не ругаться, Ладно. не выражаться. Есть такое. Все меньшинства уважать. Я прослушал. Я стримлю. Вот, все, что. А, ну ладно, все. Все сложно, запас резко закончился. Резко умер. Ничего себе получается. Наверное, к счастью, словарного запаса мне хватит. Чтобы культурно кого-нибудь иметь, все правильно. Что можно? Я выберу. Кого выберешь? Кого ты выберешь? Их или нас? Нас или их. Давайте, берите меня сзади. Я берите, вот берите, думал, давайте. Вроде бы, думаю, думаю, вроде бы, знаешь, с одной стороны хочется бери, вот этого бери. Взять, а с другой бери. Стороны у меня пинг и типа... Да пофиг, бери. Ладно, по стандарту. По классике. По классике, да. Ну что, Лера, берем короночки. Ну давай, давай, нападаем. Ё-моё, не надо, Айса. Айса, не надо. Вьетнамские флешбеки, когда ну, он... давай, давай. Давай, давай, нападай. Ну давай, давай. Ладно. Я считаю, чью карточку выбрали, на то мы играем. Правильно. Я не помню, какая у меня карточка. К сожалению, кукумбер один в игре. А, ну я все правильно сделал. Типа мы мейнеры, сейчас жестко отсосем. Кстати, мы против... Так, я здесь. Что вы взяли? Мы взяли чистый кайф и удовольствие. Взяли говна на лопате. Эмбера и фи. Кайф и удовольствие, не надо. И айса, блин, да, понятно, весело. Ну ладно, чембер он еще более-менее. Особенно если на операторе уметь играть. У тебя пинг не Казахстан. Господи, какой ты хейтер, айс. Сладкий, пошли со мной. Ты не туда идешь, сладкий, сюда. Иду, иду. А, мы вдвоем. Мы втроем. Мы не втроем, бро. А мы вдвоем. Тут одни с тобой, да. Ну, короче, ничего не видела. Ничего нового. Андрей, прикол покажу, Оман. Ну-ка. Опа. Пим. О, интересно. Ой. Вот это ты, конечно, умеешь, да. Вот это ты умеешь. Умеешь, могёшь. Неплохо, неплохо. И вот тут где-то пиксель был, вот он. У нас. Точно? Ну, уходи, значит. Ой, что-то далеко кинуло. А, скажи, когда кейдж открытие под себя будет. Очко кинули. Зашла одна. Блять, камеру сломали, ёп. Здесь на коробке. А-а-а. Мне с коробки убили. Ой-ой-ой-ой-ой. В смысле, я только еще и... Ребята! А почему нам против нас каких-то радиантов закинуло, которые сразу первые вешают? Ну, да, там золото и платка сидит. Я не знаю почему. Надо в рейтинг идти просто. Можем войти. Сейчас я постреляюсь. А, это нормал? Да, это быстро. Быстро. Стоп, а тут можешь кидать всякое говно в телепорт, что ли? Да. Ну да. Только сейчас узнал из-за такой... Такой... Светлый шарик в телепорт и все. Пипец. Ну, обычно слышишь, когда билки кидают, а когда человек заходит. Там тональность звука разная, то есть если... Кинул кто-то какой-то девайс, то он будет другой. У нас, ребят. Ну мы так и поняли. Дискайте. Делаем. Да. Роман, давай. 65 это с дымами, господи, я не помню как ее. Кловер или как-то так. Клов. Лампа есть? А. Лампа есть, блядь. Ой, плохо. Угу. С их стороны это было красиво, но с нашей стороны было плохо. Ультра плохо. Я выхожу, и меня сразу моментом убивают. Привет. Здорово. 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 Да, обидненько как-то. Неприятненько. Ну, они просто... Нам киберспортсменов каких-то закинуло против да, нас. Как обычно. Вот это обидно. Я пока волорантером.
Сосредоточьтесь. В рифку пойдете или нет? Нахрен узнает. Где? Никого не идем. У нас стреляли. У вас фул, да? Угу. Я вас найду. Да. Стой. Стой. Меня простреливают. Что-то туплю иногда. А, мне камеру сломали. Она наверху сидит на коробке. Да, внизу одна. Пошли. Да не, на хеды ставят, забейте, я ничего не буду. О, спайк выпал. Хорош. Нормально. А, все? Все, да. А москвинчик. Забирай. Вот там. Так, я вызвал скорую. Надеюсь, успею. Она уже в пути, слышишь? Дурка уже в пути. Не обидно то, что еще ни одной ловушки не поймал. Ваня. Поживите, пожалуйста. Мы пытаемся. Ой, случайно. А, она просто сыпалась. А, меня увидел этот глаз. Не зашли уже, наверное? Там, кстати, это... Авапа была, по-моему. Хорошо. У меня баня. Угу. Прочь с дороги! Ух, блин. Дедлок дал голову. Дедлок без головы. Здесь меня тэпает, поэтому я сейчас не смогу. Где спайк? Есть инфа? У нее. Перетяжка. А, ну, смоки. Ну, могла на Б убежать. 30 секунд. Как будто бы нужно перетягиваться, как будто вот... Хороший вопрос. На Б ставят. Спайк установлен. Я активировал кейдж, она как раз в кейдже где-то. Она вот там. Я дихожу. Моя территория! Мои правила выцепила! Бля, что? Надо было диффузить дальше. Да, нужно было диффузить. Бля, ладно. А он застрял, типа, по какой-то да. причине. Угу. Потому что она рикошет попала, типа, по мне. И я там в угле застакался. Она не попала по себе, ты сделал я шаг назад и затянулся. Я думал, она секундная. Интересно было, я ж ПКМ по ней попал. Пойдем. Пойдемте на лангу на Б. Всегда кто у нас вообще получится выходить? Давай мне. Ты кроешь мою жопу? Кроешь мою жопу? Нет. Это Марш. Значит, толка будет тебе. Это звуковое сопровождение на стриме, да? Да. Не, ну на стриме-то слышно, как бы, эту песню. Как будто в меня пушит. Как же хочется фан этот шерифа. Оставлю преграду. Покажи мне цель. Короче, бежим, да? Топает у нас. А можно звук? У вас спина может быть, потому что там кто-то спину пушил. Максимально. Враг на Б. Охренеть! А, ёпта, раз это у вас
302. Там трое. Там. Ну я ничего не сделаю. Ну да, каких-то радиантов опять закинула. Как же литогамес не дают нам расти. Да. Они дают расти. Вы играете с ними игроками, оно сильнее. Оно немножечко не так работает. Ладно, как же мы не хотим расти. Сразу голову ставит, по-моему, тут раз там не пахнет. Да. Подтверждаю. Выйти и зайти в игру нормально. А то есть удалить ее. Нет, ты просто со слезами на глаза заходишь к ботам, чтобы хоть кого-то унижать в этой игре, понимаешь? Потом унижать тебя, а нас уже уровни и тулящих было. Не прохлаждаться. Я через баню пойду. Печка? Где? Я не увидел. Ножки отрежу. А мы уже топаем. Блям. Блямба. Ой, собака. Надеюсь, я... 65 хп. У меня один хп был. Сзади, 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 сзади. Всех сторон. Сзади, сзади, сзади. Второй выходит впереди. Когда говоришь сзади, обязательно только повернешься, и тут же тебе прилетает откуда-то с другого. Я не знаю, может нам реально быстро пойти, может там нас перестанут унижать. А мы в чём? Быстро. Ты без ранга, ты имеешь в виду? Да, забейте. Быструю, не быструю, которую. Чё, мы будем вот сюда, конечно. Так, давай, да. Вы точно сюда хотите снять? Ну, я не знаю. Мне лично пофиг. Без ранга идём. Потому что... For the King нужно сейчас вот эту последнюю сократи пойти. Это надо было без рейтинга выйти. Просто я не знаю, где Серёжа. Серёжа тут. Просто сначала мы ждали Катюху, потом мы ждали Серёжу. Или... Короче, где-то в процессе мы ещё Серёжу и Саню ждали. Я, наверное, в хант пойду тогда. Угу. Денюшки полутаю. Видите, Серёжи нет ещё. Чего? А, он тут. Он просто игнорит. Я просто, я говорю, я просто смотрю анимешку, и я поэтому основного не слышу. Ну, как бы я смотрю, что вы играете, как бы, и все. Что такое? Играем тогда по быренькому For the King. По быренькому For the King? Там чуть-чуть осталось. Типа, если мы закончим ту сюжетку, там чуть-чуть осталось. А потом вторая глава. Ну, кто сказал, что мы сегодня будем и начинать. После первой. Между первой и второй перерывчик небольшой. Да. Я смотрю на наши карточки, это прям шикарно. Ну так получше. О, вообще, да. Ты давай, гамма хорошая. Блин, ну красиво, кстати. У меня это, кстати, нормальное было, по-моему, по карточкам, сейчас посмотрю. У меня вот что из эксклюзивного есть, у меня, по-моему, вот это. Найден. Да, показал. Спасибо. Показал. Карточка перелетные птицы. Скай. Зимняя. Это Скай так давно вышла. А хоть можешь Рейзу взять, если хочешь. Я тебе покажу, что я имею в виду. Сейчас посмотрим, что наберут мои тиммейты. Инки есть. Неонку можно взять, хотя, блин, вечером неонку брать, это, блин. Инфа есть. Ну, и, собственно, достаточно. И тридуля. Все остальное как угодно, да? Да. Бери кого-нибудь.
Я думаю, я в процессе размышления. Ну, ладно. Что вам нужно? Можешь взять Рейзу, я покажу, про какую хуе я имею в виду. На Сенте, как раз. Уверен, что одна Рейза стоит того? Я могу взять Рейзу, ты можешь что-нибудь другое взять. Бери, что хочешь. 8 секунд. Ну ладно. Йору, не он. Ой, я мой брич. Сейчас слепо вот брич аккуратнее будет. Опять против платины играем золото. Кто у нас там откалибровался и не палится? Ты. У меня серебро. Где самый высокий ранг из нас был? Нет, у Сани был. Well, да? Серебро 2, у меня тоже серебро 2 было. Ну, пошли, Лера. Угу, чё, где? Ты будешь падать? Ешечку в окно. На счет, получается, я тебе насчет чего говорил. Во-первых, Хайса плюс Рейс комбинируется, и звуковое сопровождение дико сбивает. А, у меня вот тут ловушки стоят, вот тут и вот тут. О, это было бы замечательно, или, кстати. Или вот тут. Ты просто вот сюда хаешку кидаешь, и они разбиваются. То есть через то окно. С той стороны, через то окно, ты можешь, там есть лайнап специальный. Ты вот так разбиваешь, что все. Вот как-то так. Ну блин, звук мой. Затекайся, это у нас. Это у нас. Перетекаем. Катюх, я через мид пойду. Андрей, перетекай. А кстати, ты всех задамажил, вот так как будто бы. Не, он капушит. У меня дым, ничего не вижу. Вот. Лайн там. Найс. Спайк у нас, можете не пушить. Ну, вот о чем я говорю, не пушьте. Все под контролем, ловушки у нас есть все. Не стреляйся, брат. Ну ладно. Один игрок. Дай, блядь. Вот если бы не зашел туда, не попали бы, я в этом уверен. Ладно, нормально, нормально. У меня еще не он как-то хорошо играет. Ну, у него 207, она обязана просто научиться уже играть. Боевой дух. Спасибо. Не факт. Ну да, это скорее наше будущее, когда у нас до 200 левел. Дай бог, мы научимся, что правильно выходить из игры правильно. Нету этого. Да. Помню видос Killhound'а в Day by Daylight. Этот игроков своих научил в игру заходить, а выходить не научил. Он там видос типа записал, как зайти в ДБД. Они опять у нас. Не ебанутые. Катюх, я с мухой. Да я хотел. Беги на глаз! Это все, что я хотел сделать. А, нет, это знаю. Не веду, не все. Блин, я... Сзади будет с нашего... Можно, блин? Бля, они заражили, а. Прошла. Не он, лоу хп. Угу. Ну конечно, она мне голову с первой поставит. На, забить. Просто бьет. Где они были? Где-то на. Блин. Бом уже куча не успеваешь, может что позасейвить, я не знаю. Да пофиг. Без рейда. Один пулькрон. А чё это там делал? Ну почти. 120, да? Я свой Valorant только понять не могу. Вот. Игра идеальная, FPS нормальный. Все нормально, но одно я не могу понять. Почему у меня подфриживает? Потому что... А у меня денег нету. Что, у нас всегда эко? У всех деньги есть? Не знаю. У меня на Гарден есть. Чё делаем? Скупаемся? Я не знаю, я вот лову возьму уже просто на пофиг. Я сейчас даже ловушки ставить не буду, наверное. Да, у меня. Надо было всё же поставить. Иду смотреть, это на тот раз. Ну конечно, ты меня сквозь заразу стенку почти убьёшь. 65 да. Неонга. Зараза, так и знал. Хорош.
ловушка моя сработала, я доволен. Так он там... Хорош. Чисто. То у меня 50 хп осталось. Ветер сегодня попутный. Зачем тебе ветер? Ну, стрелы, ну, как бы все дела, ну, ребят, в моем направлении. Нет, а как же ветер? Что там? Ветер, как и смерть, всегда на моей стороне. Блядь, Лера, это твои уже цитаты. Цитаты. Ну все! Бегут, бегут, бегут. Угу, иду. На меду есть. Бля, меня просто и волной не отчинуло. У меня всем чем можно там. Тише, 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 плиз. Ну, конечно, что-то окажется в спине, а... Дуэлянт лёркает. Да, у меня 7 хп. Реально все идет. Забейте. Нету по фрейде, я не знаю, блядь. Я вот сейчас хожу, хожу. Фрейд. Сканируем местность. Где? Можно? У нас. У нас флешка. На меду. Еще тут топают. Они уходят на мид. Они уходят, они уходят. Слышно было. Угу. Не буду лазить. Да, кажется, на меду, на меду, на меду идут. Идут, идут, идут. А, 120 ёрушься от джетка. На А, что ли? Скорее всего, перетекут. Разбили стекло, но... Блин. Один в саду, другой... Блин. Хорош. Хорошо, что не попало. Допелось, все, пойдем. Так болеем. Ура. Побереги свою голову тогда. Не. Если бы я хотел, я бы не ходил на работу. Что это за фраза была? Если бы я хотел. Если бы я хотел поберечь, просто я не догадываюсь. Ну, зачем, если мы говорили про горло, говорили мы. Бегут. Как связано горло и работа, что ты делаешь? Я заболел, когда вот, работал. Я... Но почему ты пикаешь, когда... Как же оладушек разъебывает. Как же оладушек разъебывает. Там просто был какой-то тир и все. Ребят, такого больше не будет, поэтому. Мы
Бегут опять. Да, у нас. На меду есть. Эх, зараза. Ничего не успел сделать. Мир тебе, да? Поняла? Да на. Пойдем, мам. Блин, ну что, перестись? А! Не пусть. Я все. Я не буду играть больше. О, Клоп бежит, она стреляет в Омана, а в итоге разбросом мне в голову попадает нормально, да? Вот да. Это вот, вот эти вот шароёбы. Я сегодня так же убивал. Блин, я и так в тельте сижу. Надо кому-то вандал. Да. Пипец, есть сегодня? Мне нужно в голову зайти. Это мид. Офигеть, типа его. Я в ахуе просто. Как будто не только мид, не онка тут. Серьезно? Да, блин. Неонка уходит. На, походу. Не ушла. Ну, блядь. Спайк установлен. Один раз успеем. Блин, чуть-чуть. Почти. Вроде уже и навелась. Все равно хороший. Да, денег нет, ничего нет, да, заебись. Можем эко сделать, или я куплю кому-то пушку. Они так у меня типа выходят и сразу же... Кояк, ребят. Вот у меня такая же фигня, я тут пока к ней выхожу, мне сразу в голову ставят. У меня еще... Вот он с мида вышел и мне сюда в голову дал. Хотя я... То же самое. Я ему поставил голову. И таких нам противников кидает просто по приколу. Это как-то сложно для меня, я хуй знаю. И... Неонка еще как-то умудряется каким-то раком. Клон. Я хочу репорт на всю их тиму подать. Да, блин, Неонка. На А. Они просто стреляют. С нашей базы будут, наверное, идти. Мида. Голову дал. Нет, все, брич попадает у меня под ребот. Пошел он уже. Не, ну это при этом она остановилась ровно передо мной. Ну да, что-то как-то странно. Знаете, что мне сейчас показалось странным? У меня стоит камера, а у нее нет видимости в том плане, что я уже давно ее поставил, ее не видно. Человек прямой наводкой прям по ней фигачит, хоть я эту камеру первый раз в жизни поставил. Он адекватный. Ладно. И простреливает меня, когда я, получается, вот тут стою за стенкой. И когда я вот тут стоял, получается, меня не видно было. Ну, они прострелами играют. Что с мида, типа, сюда летит, что сюда летит. Они мне мид пытаются прострелять. Ну, с говном. Я не знаю уже. Я обречу репорт от кино. 65 у нее. Зашли на... 18. Не, это можно просто сразу сдаваться и пойти играть, отдыхать. Я не хочу. Спайк установлен. Доигрываться. Поймал нереально. Вы подозрелись? Теперь я!
Да, там. Сложность выбора вообще Солера была. Увидела всех, кого стрелять, понятно. Я хочу тупо пойти на мид и сдохнуть все от лава, можно? Давайте просто в закрытую. Какую закрытую? Он простреливает меня везде. Встань, встань, встань повыше. Катюха, я пойду сдохну. Я окей. Играть это не хочу. Смысл против такого? Ты ставишь камеру, тебе ее сбивают. Куда именно? Так. Хотя да я ни разу не открывал. У нас, кстати. Хорош. Все покоцаны на предполовину. А кто-то топал как-то на... Конечно. Вот сейчас они на мид идут. Блядь, со спины. Не чекну. Остался один враг. Спайк на А. Эй, играйте в закрытую, не пушите. Что это? Что-то родичь. Хорош, хорошо. Я потому что знал, что она там, но я забыл, как это сказать. Не-не, я просто не знал, как правильно это сказать. Ты можешь говорить там. Это вина. Бро, там я больше чем уверен, что ты умер бы. Это вина. Потому что когда обычно мы говорим там, это плохо заканчивается. Ну там же был. Это помнишь, как мы это типа сзади, и ты не поняла, с какого именно сзади. Это вина. Запомните. Мид. Спайк на миде. Во, трое зашли. Блин, ну такое количество я не смогу держать, ребят, перетеките. Запом. Снялка тоже. Да, 114 джетка. Да, да. Нет, не онка тоже репорт хавает. У нее то ли трики, то ли что. Она в секунду убивает. Я тоже так же себе голову сейчас поймал. Может показаться, что они спокойны, но их сердца для лютых. Она пошли. Я два. Короче, даю вот сюда и вот сюда. Музыкальная пауза. Я, короче, вот так сейчас пройду. Вмед. Вы играете со мной, у вас всегда так будет. Постараюсь, но она будет долгая. Вот что-то плохое. Пока я смотрю, ты как раз стрелу запустишь. Меня пустят. Нямка собрала орбу у вас на меду. Бля. Ты перетечем? Угу. Идет в жопу. Что ты тогда слышишь? Не он была, вас слышно. Жалко. Хорош. На меду есть. Опять перетечем. Не, ну сейчас стоит. Подожди, подожди. Сейчас я смог, да? Перетекаем. Да, блин, 44. Это был забавный. Проблема их оттуда выкурить, да. Союзник на актюрлях получает наказание.
Отключение чата на весь матч. Причина. Некорректно использование средств сообщения. Отправляйте жалобы на игрока. Чего? Кто тут написал? Сознавайся. Я ничего не писала. Почему себя не помнишь? Тюрли. Я написал, что он молодец. Понял. Там явно было не это. У меня клов кинул ФЕ. Угу. Я жду их тут. У меня снова сейчас про ФЕ, то я тупо ливну. Бежал глубже, ребят. Надо заходить, да? Охуенно. Не, типа они уходят, очень странно. Я сейчас ливну нафиг. На, 26. Хотя бы два раза попало. Просто попались челики, у которых золото. Попались челики с триггерами. Хз, Valorant хорошая, типа, античит система. Триггер, античитом не детектируется никак. Это внешний чит, который не встраивается в игру. Он просто смотрит на твою картинку, если замечает какой-то цвет, например, желтый, он нажимает ЛКМ. Все. Я выхожу на человека, мне сразу голову ставят. Нормально. То есть там, ну, полсекунды даже не... Меньше секунды. Пленных не берем. Я сижу вообще с одним киллом. Не могу ничего вообще сделать. Ставлю преграду. Вот тупо, я сейчас выйду, мне сразу голову поставят. Ну, там слепо. Слепо, не слепо, вообще насрать. Убежал. Так, на всякий случай. Правда, миг не закрыли. Костя, сесть ты лучше. Ай, блин, перезарядка. Есть метка. Надо подождать. Да, у меня не пробивает оно. Один дурачок в АФК встал. Куда они пойдут в этот раз? А. А. Окей. Okay. Называется, люди сидят с каким-то приколом и еще сдаются. Интересно. А вы хотели сдаться? Чел с приколом, она вылетела или как-то, не знаю. Бан в прямом эфире. Не, бан нас предупреждает тогда. Тогда там бы этот нам на фул экран вылезло бы. А вы не верили в победу? Да, да, я же говорю, вот надо сидеть до последнего. Изи, просто. Так понимаю, все по сути. Если повезет, они сейчас попадутся. Ранг свой собьют. Я все в тихте. Я обижал. Мы же победили. Ну знаешь, победа, но какой ценой? Ценой. Ну это вообще никакой, понимаешь? Никакой цены не было. Вообще цены никакой не было. Мы просто победили. Мы морально их уничтожили. Как же лучшие годы жизни, бро? Бро, лучшие годы жизни, это вот в КС мы отдали. Думали, ладно, да, там были хорошие годы жизни. Это уже так. Вот в КС, да, в КС там более-менее нормально можно играть. Ничего себе. Новый босс. Так, пишите, доиграем в For the King, и потом полюбим. Так, ладно, в Rockin' Chains пока что в мутик. Чисто забанили.
конечно, не поймет, на чьей стороне играют разработчики. На стороне игроков. Это бесплатно. Вдруг тебя бубы заманили, да? На стороне китайской народной партии, которая готова демонстрировать абсолютно все. Ладно, вдруг нас игнорит. Там ретрансляция, что происходит? Да, сейчас просто на ТикТок смотрит. Переубедите разработчиков Genshin Impact и они начнут добавлять больше откровенного контента. Наконец-то разработчики. Чего я хотел? Да, я хотел хант. А у меня опять Valorant не закрылся. Чего они там сказали? Мы починили вас, ну, ошибку, при которой Valorant не закрывается, когда вы из него выходите. Так я поверю. Классная реклама мне выскочила. Чат бесплатен. GPT-4 в храм. Тупо на весь экран. Microsoft Bing. GPT. Damn. Seeking to summon Omus, the god of chaos. In that dire moment, Queen Rosamond emerged, inspiring. Может тупо посидеть, почилить ютубчики или пойти в хансы, что ли? Ты сам выбираешь по моральному состоянию. Ну, типа по моральному, я просто не буду тогда. Я Valorant обычно играю на несерьезе. В том плане то, что хоть я солью, блин, 10 каток подряд, мне пофиг будет. Но когда это происходит по каким-то техническим проблемам, по типу, либо у меня фризит, либо у меня пинг, либо противники как-то вот, ну, да, я сказал бы другое слово, но там кто-то стримит. И самое смешное, что этими игроками стали игроки из Китая. Просто это реально кошмар. Да. То есть ты выходишь на человека, полсекунды не проходит, тебе голову ставят. Это триггер. Тут, ну, я не знаю, что еще можно сказать. Я стою в нестандартной позиции, то есть меня не должны ждать. Клов выходит, мне голову ставят тоже. То есть от меня звука никакого не было. Когда я стоял у нас на базе. Ты типа передвигаешься, ты стараешься держать прицел где-то на уровне головы, ну, соперника, головы соперника. Ё-моё, там подъем, это раз, два, получается, я стою, можно сказать, вообще у нас на базе. То есть человек уже заранее на меня повернут стоит. Ну, может быть, он просто ожидает, что ты оттуда выйдешь. Чисто теоретически это можно сделать. Ну, можно, но знаешь... Там, плюс, если ты, ты играешь в эту игру столько лет, типа... Ну да. Карты почти не меняются. Да, согласен. В принципе, это реально. Но когда это происходит несколько раз подряд... Вы пойдете? Я просто с подничьими попались и все. Да, там типа... А, вы Серёжу заспаунили? Серёжа, да. Типа сидит. Я уже зашел. Он уже играет, вы что? Без вас, да? Да. Я уже почти закончил. Он уже все. Надо будет потратить очки. Очки? Как же быть самым красивым? Продолжить. Что у нас было? У нас было сопротивление... Берите приключения, можно продолжить нажму? Мы Диму переиграли, мы смогли получить 3 кубика. А, Дима, ты не поверишь, кого мы открыли. Конечно, эльфа? Не поверит, он ушел. Знаю, Дима, это эльф или кто? Не-не, там типа мы когда сидели играли, Дима сидел, жаловался, что он не мог 3 раза выбить алхимика. А, выбили алхимика? Выбили алхимика, да. Так, что вообще происходит тут? Томми, тебя understand? Мы на босса вроде... Нет, не бот, да. Или что это? А, лагерь, да. Так, мы вроде на фулл отхилились, вроде все целы. Мы вроде должны быть готовы. Почему маг? 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 Красавчик вообще. Нет, башбородка у меня есть. Все, можем заходить. Сережа, кстати, ходит. А на чем мы остановили? Что мы должны пойти в лагерь разбойников. Правильно помню? Угу. А все тут, все готовы? Да. Ну мы встали даже рядом, ну. Тогда сражение. Пирать.
Так, мне надо вперед шагнуть. Прежде чем меня убьют. Ой-ой-ой. Опа, вот это мне повезло. Типа сквозной выстрел, как у меня удар, что ли? Так, как хилить в этой игре? Сорочку надо. Как нажимать кнопки? Ого. Да я крутой какой-то вообще. Да. А не надо. А не надо. А не надо. Я заблокировал. Это... Серёж, Серёж, шагни к Лере. А ты я... Ты наискосок можешь? Ну вообще не знаю. Ну было бы здорово, если можно было бы. Не, она пойди по диагонали можешь ходить. Просто да, тогда... Чтобы мы встали там в нашу позицию. Ну да, нам маг не нужен. Да, на... О. О, реально, по диагонали можно ходить. А-а-а, я забыл... Все свои броски. Или не помню ничего из этого. Ага. Вот, да. Как? А, точно, надо же нажать. Шагни, не забудь за меня. Маг. Вот не могу. В смысле, а передвижение? Не, нету. Заблочено. У тебя есть передвижение. Ну, у меня серым все горит. Я не могу не... А, вы дали ему над ним управление? Ну, остальные же сходили. Ну, типа, да. А гляньте, кто управляет его персонажем. Там можно смотреть. Где? Это... Ну, точно не я. Я не могу управлять. Это в пати. Может, просто он не взял, и сейчас никто не управляет его? Ну, нет. Типа, я тоже не могу ему управлять. А нет, передвижение, я могу направлять. А-а-а, вот да. Он! А, я так посмотреть да? Да. Я чисто посмотрел. Ты можешь ему отдать. А как это сделать? Правда, я к нему буду, там... Управление отрядом. Так, Саня, Санечка, ты почему-то на моем персонаже сидишь. Все, можешь ходить. Передвижение уже сделали. Да. Саня. По области. А, вот все вижу. Я думал, вы все еще Valorant играете. Не. Да, это Valorant. Только закончили. Грандиозной победой. Слили, что ли? Не, нет. Выиграли. Вау. Там было такое. Победа это уже самая лучшая прям... победа. Ой-ой. Противники сдались, что ли? Да. Хотя они просто практически... У нас было 6, у них было 9 побед. Но они сдались. Мы морально их уничтожили. Морально, аморально. Так, мы все живы-здоровы. Что не скажешь о них, да? Разбойника, наверное, стрелка. Принесите мне покушать. Я только что приготовил. Бро, у меня только шоколадки рядом, я могу делать. Чёрт. Я картошку в духовке сделал. О май гад, Саня. Бля, Саня, не надо. Котлеты из индейки. Ну, это не так вкусно звучит. Сколько, сколько там? Как же он избегает? 115. Да за что? Так, я хожу, да? Угу. Ой, чуть травой не промахнусь. Благодарю. Бачбарёдька! Не, мне кажется, в первой части визуально бои выглядит как-то... Лучше, да. Угу. Так, там же была немного другая система. Вообще. Нет, у тебя по факту просто здесь поменялась система расположения. Ну, то, что ты можешь... Ну, второй все. Ряд, да. И все. И все. Ну, да. А также погодный, точнее, эффект на клеточках. Ну, только если это.
Это вытекающий из первого, скорее всего. Ну да, да. Ты же не можешь двигаться. Ого. Хорош. Ага. Блин, стрим остаёт от вас секунд на 10. Это немного странно звучит все время. Нифига, что за амбаф, ну? Клеточку. Да, как обычно, и не там, где надо. Еще немножко он попадет. Я в Дискорде смотрю, у меня ничего нет стоит. Да, если что. Еще раз что попробовать? Попробуем. Да ты сколько уклоняться-то будешь еще? Ну сделай идеальный бросок, он не станет уклоняться. Ну, понимаешь, он не любит шесты. Так он не уйдет от нее. Я здесь ускорение группы дышу. Ааа, конец партии. О, есть кнопочка. Ну все, здесь как он меня не любит. И он такой, уклонение. Ну ладно. Было бы весело, конечно. Уклонение только у меня. Пересе, Ром. Говорят, вкусный. Чё? Берите, берите, кумыс, берите. Кумыс, кумыс. Да. И всё? Как там? Молоко козла? Да. Чё? Кого? Что? А кого надо побить? Королевский груз. А, это туда вниз надо идти. А, куда? Нифига. Погоди, а куда нам вниз? Куда далеко? Нам в гробницу страшило? Да. Да. Ты на джойстике играешь? Чего? А, это у тебя клава так щелкает, да? Да. Бать, я думал, ты это звук сосков. Мои, которые потираются. Блин. На этой грандиозной шутке я уйду. На пике карьеры просто. Лучше шутки уже не будет сегодня. А вот нашли где-нибудь тележку с алхимиком? Да, мы рассказывали, пока тебя не было. Да? Блин. У вас есть новый класс. Да. Где она была? Она в первой локе появилась наверху, короче. Там типа предупреждение из разряда... Ох, извини. Из разряда кто-то кричал. И надо было его вызволить. Так и знал. Ладно, спасибо. Я 5 раз ходил за ним. Не нашел. Там поле травы. Блин, даже не знаю. Хлыст или бумеранг оставить? Этот хлыст намного круче, чем тот, что у меня есть. А у меня глазиков мало. Так я поменяю и всё. А мы в тромбо... Даже не знаю. А, я забыл завершить. А там заданий нету. Тромбо заданий нету, да? Нам? Да, нам по-хорошему уже просто стартовать на последний квест и все. Мне вообще надо это? Ну, вообще да, нет. Вообще да? Нет. Хотя фу, пошёл сюда. Да, на ладошек может пойти, потому что... Ай-яй. Рынки, гильдии и задания. Ох, как же, прям. Нифига меня там забанили, это что такое вообще? Такие, ты в тот раз вот бегал много. 11 раз достаточно. Так. Мы чисто вниз идем, да? Да, да. Ну, вообще я вот сюда планировал фокус взять. У меня же вроде нету. Да, я кому-то там тыкала. Хотели еще фокус сюда тебе. Опа, хил пропал. Угу. Да, и пофиг. Там зато этот есть. Фокусом стоит. Да, нет. С боеготовностью. О, нет, забег есть вообще какой-то. Забег. Я думаю, пока я до него добегу, как бы...
Меня просто на самом деле напрягают черепки сверху. Не знаю, успеем ли мы или нет. Есть такое. Нет, не больше 6, понял. И никакой травы. Нифига себе, ты куда там побежал? Я не знаю, а куда я так побежал? Вниз, либо чуть в сторону. Так, а куда нам вообще надо? А, нам надо вниз. Побежали. Где я уже? А чё я каверны двигать даже не могу? У меня Серёжа. Телепорта, свитка телепорта, чтобы я туда просто прыгнул. Ну вообще я был вроде. Далеко ты побежал. А я вообще бегаю, ребят, больше вас, конечно. Ещё я сюда выйду. Капец вы набрали. А я никак не могу к святилищу пройти, не подравшись. Ну, ты можешь сверху обойти красивый кружочек такой сделать. Ты нету разве просто телепорт? Бля. Ого, для мага. Нема лучше. Нема лучше, да. У меня магический урон столько же, сопротивление больше, бонус при движению. Так что взять просто. О, бери. Я могу еще посветить что-нибудь. Подсветить. Да, все равно по одной тропинке, скорее всего, пойдем. Святилище. Угу. Оооо. Есть телепорта свитка? У меня нет. Так, последний пойдет должен быть у Сани, он же маг. А, у меня есть, да. Оставил бы телепорт, чем-то просто идиоте. Я побежал. Бро, у тебя есть свит, по-моему. А, это портал. Куда побежал? Чё это? Каменный круг. А, эти штучки не ходят. На них нельзя наступать. Ну ладно. Один же процент не прокнет, да? Ну не должен. Конечно. Всегда. Используй одну сосредоточенность. Я не могу. Жесть. Ну ладно. А моя пассивка сегодня прокнет? Там еще каменный герой стоит. Ну, это тебе, наверное, Сереж, каменный герой. Ты ближе всех к шестому. Я просто не вижу за шляпу у мага, типа, какой у него там уровень вообще. А, ну либо маг. Так ты... Мы все пятый, кроме... Нет, кто ближе к шестому? А. Герой знает. Там не видно. Реально не видно. Где-то. Но он плюс минус. 70 он... из 1075. Да, у него сотки не хватает, 105. У вас так, плюс 1063, минус одинаково. Меня. Че, пойти мне на забег или пофиг идти к вам? Да иди к нам, типа, ты долго будешь добираться, скорее всего. Хотя не знаю, там может быть тэпнуть можно было. У меня ничего такого. А я, получается, телепортом как пользоваться сейчас? Я сейчас воспользуюсь, наверное. Ну, ты сначала дойди, да. Ух, сколько фокуса. Куда? Сюрприз. Опа! Поиграем. Давай, минус 205 опыта, вперед. Ничего. О-о! Ну, ну все, Серёж, ты... Ну, как бы, да. Вот вот все и решилось. Саня, телепорт. Куда? В квесту. Ну, куда максимум прыгни, и все.
А, я понял, я в угол попал. Бля, просто учись. Что он уходит, господи. Это какие-то великолепные. Я за будку проскочу. Кого? Настя? Успешно получилось. Единственное, кто-то героя заберет. Да, Сереже, скорее всего, надо бежать, пока ты все равно добежишь. Да, там черный гоблин. Ого, я так много хожу. У нас сейчас будет еще и эта фигня, второй черепок. Да, он типа никакие дебафы не дает. Да. Просто это, поторопитесь. Берешь. Там вопросик. Иди к квесту. Байтится он или нет? Забайтится. Слабость пахнешь, Саня. В смысле, я войти хотел. Куда? По дороге, видишь, как люди ходят. Понимаешь? Пиздец, тебя нахуй палками били за то, что ты на траву наступаешь, на газон или что. Ну, если, ну, типа, у меня там только один проход был через этот, через портал или как, ну, типа, через статую героя. А вот пройти это можно. Что такое? А вот тут это? Вот, типа, через статую она героя пройти. А статую нельзя, что ли, пройти? Нет, она там. Я вот заберу ее, получается, случайно. Нет, ты не заберешь, ты можешь отказаться и дальше пойти. Я не брю, как отказываться. Понятно. Ну, ладно, ждем, пока человек на своих двоих, он по дорожке пройдет. Я скажу то, что я ему дорогу загородил, он придёт обратно идти, да-да. Давай машину вперед. Я полетел как спорткар. Так, а зачем мы все вместе-то идём, если ты телепортируешься туда? Меньше вопросов, больше дела. Войди ответом, мы могли все это. Меня обманули. Да, все забайся, да. Опа. Опа. Конфетки. Так, ничего интересного, типа, вожбородки нет, да? Как свои статы посмотреть, скажите мне, пожалуйста. А. Пойди в инвентаре. Такой плащик, конечно, сладенький есть. За 709 голды. А у меня нет. Фига там напродавали. Почему я хорошую трубку из пластин не могу купить? А, чтобы усилить броню. Ты ешь, что ли, один бедный я поеду? Что ж, не бедный всегда пахнет. Это типа, просто продают и продают. Пахнешь, пахнешь бедностью, конечно. Бедный тут я только. У меня меньше всего. Вам эти деньги девать некуда. Так ты продай вещи, там я не знаю. А, ну хотя вот этот хлыст можно продать. Шлем шахтера там нормальный такой. Это чисто когда свет дома выключил. Да, шлем. Там свечка буквально на шапке. 90 и 270. А почему я не могу покупать ничего? Тут по очереди? Там по очереди. Да, я тут сижу, думаю. Вам что-то надо? Я вот думаю взять шляпу, может быть, зверолюда. Я хочу вот взять... колдуна бы взял, но вот... Я хочу взять шлем шахтера и двуручный меч. А, окей. Ладно. Я буду смешнее шляпу. Плюс 4. Это... Так, вот двуручный меч. Так. Броня плюс, урон от атаки плюс. Скрыть шанс. Ну, да. Погоди, что ты, Сань, хотел купить?
На мантию за 700 надо. А. У тебя кундуна. Кундула. Камдуна. Камдула. Ставить водный бумеранг или взять ледяной хвост? Уберу. Слишком сложный вопрос брал. Вот я тоже прям... Так, у меня получается... Все эти пропуск просто нажимаю, да? Угу. Ну, а пока бумеранг особо. О, это я теперь тут. Что-то купить. Хотя, по сути... Перчатки Микки Мауса. Не, это не такие смешные. Просто белые это вообще. А что, у нас все... А как? А, пропустить, да? Если все поскребут, думаешь, тебе хватит на мансию колдуна? Да, у меня 305. Чё, скидываемся с Аней на шмотку? А нам хватит? Нам? Нам скинуться тебе хватит. А сколько там? Ну я, у него же 508. Достаньте калькулятор. А где, сколько она деньги стоит? 730. Я верну вам просто и все. Не, конечно, будет весело. Нужно 230 рублей. Если мы в следующей комнате прямо умрем. Да, это будет вообще не очень выгодное вложение. Просто все равно это плюс-минус вроде последняя или предпоследняя лока, я не помню. Нам хотя бы, может быть, у нашего мага вложится капельку. Продаю за 23. О, выручка пошла. Делю на двоих, делю на двоих. Ничего себе, на глаз определил. И авадушку. Все, вернул долги. Всем бы такие долги возвращать, конечно. Ничего, все, погнали. Вань, смотри, сколько у меня будет концентрации или фокуса. Ну да, мы, видишь, себя вкладываемся по максимуму. Не, ну шляпа лучшая, конечно. Да, шляпа рака смешная. И тебе, блин, со свечкой. Все, если Мак сейчас одного сори, не каста, каста не сделает ничего, я буду плакать. Что ты за штука у рюкзака оторвал? А, нифига вся, это магия, сопротивление 31. А ты передвинься, ты подвинься. А, блин, сори, забыл. Фига себе, а я типа так шутка, что ли, просто. Да, я думала, Серёж, ты привык. Никто не хочет. Тебя никто не хочет связываться. Сори, ребят, я что-то забыл передвинуться. Хорош. Сейчас я подумаю. Куда тут двигаться мне? Сережа, надо... Сережа, за... ты ко мне подвинься, да, надо. Либо, да, либо в какую-то сторону подвинуться надо. Понятно. Решил мага не защищать. Вот же все маги. Хил важен всегда. Да, тебе особенно, просто никто его не видит. Ну, наше будущее проводится. Ну, хорош. А я сейчас всех ускорю. Сейчас. Давай. Ну как всех, да? Как я зацеплю больше? Наверное, только так зацеплю больше. О! Нифига себе. Блин, ну я ничего не сделаю. Только могу. Ничего не сделаю. Чем мышь могу добить?
А, ну смотри, есть возможность ладошку передвинуться. Вот, да. Вот это мув, вот это мув. А я вообще когда ходить буду? А, не, все, все. Ты только что ходил. Не, я просто в какой-то момент смотрю, я думаю, что я там в самом последнем хожу, вообще в самом конце. Второй этап вот этот. Сколько же там будет урона, если ты наконец-то все прокнешь? Забирайте. Ну, окей. Я просто невероятно. Unbelievable. Продолжить. Ой, фу, да. Сереже придется двигаться. К магу, наконец. Хотя магу потом на две клеточки надо будет двигаться. Да. Блин, как мы плохо встали, конечно. Так, ну мне, наверное, вперед, да? Да, да, да. Давайте. Ну, хорош. Спасибо, я старался. Блин, они все под влажностью, а что-то с них добавили. Ну, эти не снялись. Так, маг выучил новое заклинание. Да, я не то делаю. Да, как отменить? Я просто думаю, как тут. Да, тут. Поема. Твоя мать бросила тебя при рождении. И что там произошло? Хай, казах знает, что ты стримишь. А. Да, все должны знать, что я стримлю. Спасибо, кстати, за 20 рублей. Угадайте, кто будет страдать. День буллинга. Да. Неделя буллинга объявляется открытой. Ого, мощно. На забыл, кстати, сходить с бука. Ну, бро, вот как бы... Кстати, не смогу сходить, потому что у меня этот... Чего у тебя? Дебаф. Ничего не знаю, ходи. Нихуя себе, может ты пугало поставишь? Как тебе такое? Ничего не знаю. Твой ход, ты должна ходить. Что? Что? Куда? Зачем? Мне кажется, это повод подвинуться, Сань. Слишком смешно. Так, что тебе делать вообще? У тебя передвижений нет, а атаковать ты можешь. Это я понимаю, я про это сказала. Я не могу атаковать. Ну, если ты не можешь атаковать. Ой, ну блин, передвигаться. Уже полседьмого. И куда эти меня? Головореза? В начале стрима был донат, почему-то у меня не отображалось, подожди-ка. Серёг, передвинься туда, получается, вправо, наверное, да, вправо на одну клетку. Тогда мне и Валерии надо будет чуть-чуть прийти. Да. Конечно, ты, конечно, поздно, я думаю, 2 минуты убью. Назад. Так что, сори. Так, смотрите.
Как будто я умер, да? С презрением смотрю. Жесть. Так, что там происходит у вас? Я отвлекся. Кого-то убили. Кого-то минус святилище. А как от минус? Вы же знаете, что это заклинание слабое. Я не поняла, как отменить его. Это что, добить, что ли, получается? Ну да. Получается так. Офига, не, мне мой иммунитет больше нравится. Запугать хотел. Ты могла взять, это же никому не нужно. Не, я когда в ОБС зашел, если честно, там какой-то донат у меня прошел. Я испугался. Так, что это? О! А я могу взять? Уж не против. О, дайте мне это. Сережа думает, съесть, не съесть там. Хотя тот донат, который, кстати, у меня высветился, когда я ОБС включил, он был 5 дней назад. Пропустите. Я такой, в смысле, блин? Почему он высветился? А, сори. Не жмикать. Что-то она, кстати, в этих подземельях до хрена травы дают внизу. Знаешь, траву выращивают обычно по земле. Черт, у нас нет ключа. Универсальный ключ прямо. Че прямо? Ну да, там еще 800 рублей. Я вообще удивилась, когда включила, я думаю, в смысле, что? Ну, посмотрела, 5 дней назад, я думаю, почему он вообще у меня отобразился? Вот, если честно, вот тогда я испугалась. Что это было неожиданно. Дима говорил, где-то надо покупать. Ну да, но мы типа забыли об этом еще. Кто это? Прямо нажми, блин. Да шо ж такое? Ты чё думаешь? Ну игра булит меня, просто булит. Не забудь передвинуться. Это недолго, минут 20. Да. Хорош. Накидали что-то. А я забыла, у тебя волосы ты в какой, Владимир, покрасил? Просто осветлил или именно в какой-то цвет? Да, а да. Я атаковать не могу. В смысле? Потому что там получение. Блокирует продвижение способности ближнего боя в течение нескольких раундов. Мне повезло. Минус чего? Ну так ты на себе траву примени, чтобы... А, ну... Да я думаю, вы так добьетесь. Ну да-да-да, прикольно будет, конечно, реакцию. Посмотреть. Вы снимите с меня все заклинания. Ааа!
надо было упря убить, я что-то не подумал. Бьем. Да. Кого, паука или гуля? Да уж, паука, такой себе паука. Прикол, конечно, с кожей. Ну и, Серёжа, ты сможешь ходить. Краска, конечно, была не очень лучшая. Не смогу ходить. Чёрт. Жесть. О! Что это такое? О, дайте мне. Это чисто тряпочки. Да, это на меня. Эй. Возьмите, у кого нет. У меня есть. Даем. Даем. Сколько угодно может пройти, да? Травы много. Была бы она еще полезная, правда? Спускаемся на второй этаж? Угу. Это... У вас улок с боссом? Это может быть намеки какие-то. Я не помню. Потому что, ну, дороже. Стрип-клуб рядом. С дизайном. Ой, фу, как блин, студень. Желе большое стало. Куда он пошел? Ну, спрятался. Ну, брось, стань передо мной. А может мне вперед? Кстати, а ты за меня? Ты думаешь, нам прокнет все-таки пугало, когда ты жизнь, да? Да. Ну, я могу и вперед. Так и сделай, да, потому что все равно ходит. Да-да-да, вот отдых вообще найс. Ну ничего, скоро о, можно. О, соломинка. О, я ну, все было продумано. Чуть главное, поставь ее в правильное место. Да, сейчас надо поставить. Туда же ставим. Там, там, цены пошли, проголошки, что ли? Да, дипром. Так, Роз, за стратежкой. Ну, это Фурзакинг, второе. О, хорош. Так, надо не забыть. Да-да-да. Отлетел. Сал столько эту. Ой-ой-ой. Ой-ой. А, слава богу. Все осталось добить. Там делаешь? Колдую, думаю, как сколдовать. А, ага. Ну только ладно, стал чаще. Ну там пугло, кстати, ходит. Ну, 32. Но пугло получает урон свой ход. Да, как бы. Ну нормально. Валера, вот я помню, вначале я говорил, то, что мы не дождемся пугала. Пугало это что, забирать или... Забирать. Да как это как с мимиками, ты не понимаешь, надо булить. Да. Булить. Сейчас я посмотрю. Не, ну отстой. Булинг его везде. Да, вообще. Возьму. Шапка краба за бест. Идем дальше. Я да, мимик. Мимик. Найс будильник был вообще. Деревяшка упала на голову. Мимик. Это я вот не сказала, ребят, вот поэтому. Ну, все понятно. Отвлекся. Да. Слава богу, что... Так. Бро, беги сюда. А, бегу вот сюда. Это хорошо, что ты не продала хлыст свой. Может, нам пригодится. Ну, я продал слабый.
Типа, мне ж выпал, не дал. Нет, ребят, не надо, у меня одна книжка, я... У меня один меч. У меня нет больше ничего. Это фиаско. Блин, вот именно сейчас не прокнуло вообще. Лицо хотят откусить. Рот, ты походи. Я забыла. Я верю, вот мои товарищи забьют его. 90. Да. О, смотри. Опа. О, ну в принципе. Два хода надо. Вот, осталось, чтобы сейчас Серёжа снес 60, как бы, ну, конечно. Ну или конечно. Хотя бы 50, 60, а там я десяточку. Да, ну, почти. Ну, я попробую 16. Нифига ты сильный. Вот. А всё, всё. Нормально, всё, всё, всё хорошо. У кого-нибудь есть мне этот трош от фокусов? Неприятно. У меня есть. Ох ты, двуручный-то какой. Это Серёжа. Наверное. Я не знаю. Ну, у него 82, Серёжа, он да, вполне Серёжа себе может. Это тебе может быть? Двуручная. Вообще, вот любой из вас может его использовать. Но... Я буду неэффективен. Но у меня 14.35. Погоди, это магический урон. И это магический. Теория, да. Типа, ты можешь мне его... Ну, я уже пропустил. Забери. Ну, кто там пиратские жилеты таскает? Талан, скорость. У меня рубаха. Можешь... Ой, это мне, наверное. Да, она получше будет, чем у меня. Точно получше? Он, по-моему, один в один так же выглядит. А, ну хотя... Блин, у него уклонения здесь нет. У меня уклонение плюс 14, и бонус к передвижению плюс 1 еще. Ну, я тогда могу забрать, да? Ну, в принципе, да. Ну, что мы с тобой одинаково выглядим. Ну, одинаково, это не надо никому. Да, забирай, да. У кого-нибудь есть трава, чтобы установить этот? Да, сейчас дам. Да, или, я подожди, работаю. Или у меня есть он. Золотой корень называется. Ну, ты сам нашел, да? Да. Ну, типа... Все. Готов. Мы ночью будем сидеть еще? Не знаю. Ну, короче, не знаю, будем мы или нет. Если шо, ой, тут две. Ой. Ну, это точно самому сильному... Ну, как бы точно, да. Мужчине нашему. Да, Валерия. Как раз восстановил фокус. Я мерчендайзер. Вы слабый просто. Ой-ой-ой. Да, очень грустно, какая степень профессия. Вот бы честно на вылете. Ух ты, какой там скелет джентльмен. А, это босс. Ага, это босс. Конечно. Там еще один будет. Блин, а вы чего там все так классно стоите? Не, это босс файт, дальше просто вот. Так, ну мне надо вперед. Еще надо в одно место пройти, чтобы босса убить. Угу. Тогда получается, Саня за тебя двигается. Блин, лучше вот так. А я пододвинусь немного. Блин, серьезно, как все плохо. Бля, что-то у них много хп. Мерчендайзер. Вот. Ну пока мы если что. Так вот хорошо встали. А ты стримишь что? Да. А че, оповещение такое даже не приходило? Ну это я не знаю. Ну вообще было. Не ругаться на стриме. Как минимум оповещение в Дискорде было о том, что я стримлю. Давайте я еще упаскучу и буду оповещение в Дискорде. Делаю передвижение, а на следующем ходу поставлю кукол. Нельзя, да. Мат запрещу. Оскорбление администрации, бан. Походу надо выйти отсюда. Тогда мне, походу, тут не рады вообще. Я выключу компьютер и поплачу. Это хорошее решение. Не, можно скоро... Вот, солнце заходит, можно скоро пойти потрогать траву. А, ты выходишь только в ночь трогать траву, да? Да. Никто не видел. И слезы текут, такой, наконец-то. А вдруг он выходит? Гоу, кто бы. Да вы чё, угораете, что там... Ощутите мокрую. Я просто вчера иду, что-то иду, там солнце светит, мне тяжело видеть. Тяжело. Да бьёб вашу мать, они заебали.
Мне ты пришлось... что, Эдикса? Мне пришлось... Я бросил учебу. Так, ребят, я не могу ходить, потому что я не могу ходить. Потому что ты ошеломлен. Потермей свой. Мясо, мясо вкусно. Он открытый. О, да. Он еще в воде стоит. Ой-ой. Что это? Чего? Он похилился. Да. Сейчас будет бан. Блин. Может поменять в следующий раз на ледяной этот? На электричке едешь? Ой, красиво как было. Так, я использую тогда мощный. А не, первое, что пугало. Я сделаю, я поставлю пугало. Вот, потом мощный попробуем на него. Давай пробуем даже вот так вот. О, хорош. Как мощная твоего пища. Он не в танка пошел, а в этого. В ручку. Ты брат, фонарик шагни... головный помогает. Шагни, лучше видит. Не, ему бы дубинку двуручную, чтобы она еще в мощном даре. О, я шо всех. Но у меня есть то, что по ряду можно долбануть. Не, там просто если ты после у тебя прокнул, там у тебя крит, его я по всему... Завидую, у меня камера не очень. Ну, я молот пугала. Пока не видели вообще. Ну, это... Не добиваем, выжить. Ей. О, свиток портала, наконец. Это мне. Че, я беру? Нет, я. Ладно, магу надо, у него интеллект. Да. Портал дает. Мне нравится, так твое лицо очень подходит под тему. Ой, красивые какие-то. Зрение отряда. Да не мне точно. Я понял. Ни слова больше, так сказать. О, возьми, возьми. Забирай. На всякий случай. Понятно. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас я посмотрю. Тут? Да, забирай, Сань. Тут хорошо, конечно, хорошо. О, сопротивление, сопротивление. Фу. Просто забирай. Я гипровал. Блин, такая шляпа, нет, конечно. Нет, смотри, твое лицо. Да. Осуждаем. Вы не любите рыжих. Не, ну та шляпа... Та шляпа получше будет, чем... Была вообще идеально. Что это? Светокончик. Забирай, забирай. Да, возьми. Это чтобы понять, кто есть кто. Не, очищение, это тобой говно лежит. Поезда. Ты после чистишь. Нет, ладно. Не важно. Куда? Что это? Второй раз. Ну сейчас Саня просто телепортируется и все. В принципе. Ну, святилище мудрости. Видишь? Кому-то надо, там опыт. Святилище мудрости. Вам надо кому-то. Да, вон заберите магу. Сан. Сан. Саншайн. Церковный сан. Так, чё? Я получается... Блин, красиво. Мои... У тебя синенького больше. Да. Ну, вообще, на самом деле... Мне кажется, потом просто апчись в подземелье. Вообще, давайте так посмотрим. Что у нас были на рынке? Божбородку. 3 штуки резнули. Я, короче, наверное, пойду за божбородкой. Я не знаю, я могу где-нибудь сюда посередине телепорт поставить. Давай, если у тебя хватит интеллекта, поставь посередине, мы тогда... Ты унизительный. Буллинг. Да, давай, удачи, спасибо. Буллинг мага, да.
Короче, ставьте в середину, а я хожу, я хожу. Просто пропускаем, да? Да, ждем, когда нам сотворят врата. Кажется, у него вышли с О, как! Блин, я даже вот шагну вот это. Вот так вот сделаю. А не хочет больше с нами в пати быть. Так. Я нихуя вот так могу сделать. Ну куда-то сюда поставлю. Получите. Ух. Моя сильным стал. Блин, какой я стал грустный. Где мои 11 ходов? А че, чего у тебя так подмешивает? У меня святилище уже пропало, я умерла. Ты умерла? Да. У меня сердечко одно нет. Нет, сердечко осталось. Я вообще увидел. А, ну, давно нет. Портал, да, просто. Угу. Так, как я понял, ты сейчас за Божбородкой, да? Да, я за Божбородкой бегу. Блин, ну долго бежать, конечно, с четырьмя. А вы можете обследовать. Святилище мудрости не забрали. Да, кстати, святилище не забрали. А кому? Валер, тебе. Либо тебе, Валер, либо магу. У меня есть. У мага есть святилище. Ну, да. Я могу за святилищем сходить, а вы за Божбородку купите. А где Божбородка находится? Она в этом городе. Сейчас такой Саня ставит еще один портал и все. А мне нет. Тромба? А, не, вы можете мне передать, я могу еще один портал. Тромба. Ты можешь просто сам телепортнуться. Так, а куда нам? Что мне есть? Здесь свиток портала. А, просто телепортация? Да. Че, я телепортируюсь в Божбородку, да, покупаю на суперлету? Тебе подойди ко мне, я тебе дам деньги. Дайте денег бедному Сане. А мы можем еще пофайтиться вот тут. Что, будем файтиться? А надо ли нам? Вот. Надо ли? Лишний опыт никогда не будет лишним. Ну типа я апнусь тогда точно 100%. Ну, как хотите, как бы. Ну, файтись, окей. Просто мы сейчас хп все, наверное, потеряем лишнее, ну, окей. Маловероятно, я думаю, что он все-таки с ним. У меня 30 хп. Растанов очка. Так, а нам раста... как лучше? Я могу... Вперед. Просто вперед, да? Угу. Сами пододвинетесь. Ну, это что, так грубо? Да, я прям это... Как я понял? За меня. Мне вот, мне за меня. Да. Да, я понял. Не забудь просто. Он уже свалить решил с боя. Да, я бы на побег жить хотел уже. Мысли. Хорошо сделал. А, вот это я уклонился, да? Вот это я... Молодец. Ой, это было смешно. Это было очень хорошо уклонение. Это было прям шедшее. Ой, это было слишком хорошо. Ага, там в бан отправили. Куда ты их, Оля? Я его подвинул. Я пугала. Пугало. Хорошо, держите пугало. То есть я смогу против магов нормально существовать, кстати. 38 брони магическая, сильно. Хорош. Я вот так посмотрел.
Какие-то у них жесткие страты пошли. Пить пугало? Да. Не, у него топор, а пугало из дерева, все логично. Пугало в среднем больше из сена, наверное, чем из дерева. Тогда вилы, понимаешь, где им должны были быть. Блин, не... Могла фокус подхватить. Взрыв по области. Убейте выживших. Какой ты недобрый. Эй. Сопротивление никому не надо? Нет. Никому не надо? Нет. Я просто... Так, ну тоже возьмите кто-нибудь. Никому не надо, тоже бери. Все продам. Ну если я, кстати, если я туда иду, вы можете мне какие-нибудь вещи передать, и я могу продать их. А ты туда именно идешь и не телепортируешь? А, нет, я телепортируюсь. Надо что-нибудь? Да, я думаю, нет особо. Окей, все, я телепортируюсь. Паджи Барот. Иду к вам. Рынок. О, я туда. Нам отмычки нужны еще? Возьми на всякий случай одну. Одну отмычку взял. Я могу, конечно, еще себе позволить свиток телепортации. Бери. И обратно телепортироваться. Ну, вообще, мы вроде можем зайти и просто ну, да. себя с собой забрать. Нет, я... Не, он просто сейчас... Может, прямо сейчас к вам телепортнуться сразу. Видите, там у вас фиолетовый лок, а я не в точку. Окей. А я не помню, тут кажется, все он тебе может тебе портнуть. Не, мы в той локе, слушай. Ну да. Ну я не дойду, так что пофигу. Я по-хорошему достаю. Серега, Серега, что ты делаешь? Давай, Серега, мы верим в тебя. Я в горный дом, да? Все, все готовы. Да. Надо не забыть после первой драки сразу придать дужбородку. Да наман! Ну, в принципе, у нас хп дофига. О! О! У кого не помню? У меня. Пропускаем. Хочу пить. А, я не могу. Не. Ага. Ну, хотя, ну, хотя бы так, хочу. Да. Бошбородку передайте. А, да, передайте, я уже пропуск нажал. А у меня нет бошбородки. А кто у нас покупал? Так Саня же поехал. Да, так я передаю. Угу. Все, спасибо. И ты мне какую-то ерунду написал. А, нет, написал видео. Здесь не намек, видите, кто дайверс. А вдруг там намек, потисни в качалку. Не меня звали. Передвинь. Я знаю. Ну так надо же выбрать, потом нажать. А ты так, силой мысли. Надо было ускорение группы дать им. Потом, ну, чтобы мы быстрее убили. Да нет, там же немножко ну, по-другому работает ускорение. Просто сила. О, как же ты хорош, как же ты. Спасибо, напоследок еще бафнул типа клетку, чтобы не обижались. Ладно, прощёк. Ну, это пока. Там есть плюс урон. Мне все под дебафом забить. Это было красиво. Выходить они не смогут. Ну, хорош. Это было очень красиво. Я точно никого не пойдут.
Спасибо. Фига себе проклятие в этой игре. Да. Мне колдунья не нравится. А ей пофигу. Опа. 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 Держите пухоло. Я, наверное, просто ударю. Я не буду даже не помочь на ней. Найс просто ударил. Хорошо, просто ударил вообще. Как ты не любишь колдуней. Все, все готовы? Mm-hmm. Тебе бы турнир проклятие надо было снять. А. Вообще бы вы посоветовали. Там сила, не там не что страшно. Нет! Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я знаю, кого бить первым. Вы бы поставили трутницу, чтобы это восстановить себе. Эту энергию, как его там называют. Фокус? Да. Да ладно, у нас типа плюс-минус ЗДшникам нужен фокус. Ну, я редко пользуюсь. Да. Да не, вы просто почти все панички используете заход. Это скажите нам, Сани. Ну, с не, у Сани того просто энергийница нон-стопом. Вышел как маг. Так, да, этот раза, гад, ли? Этот гад решил у меня деньги спить. Вот этот вот гад. Mm-hmm. Надо его убить. Ну почти. Бейте. Бро, подвинься. Да. Я на всякий случай. Не двигайся, убейте его быстрее. Ты переживаешь. Опа. Бери мало по нему, он сейчас съебется с деньгами. Ну все. А чьи деньги, то у кого иммунитета нет, Корлсон? А мы говорили, я помню, я тебе говорил в прошлый раз. Правда, это было 3 часа или 4 назад, но не важно. Это даже, наверное, неделя была. Все, видишь, он убегает. Да пошел! Он убегает. Слышь! Хочешь, я добью его? Убейте его. Надеюсь, эти 49 рублей того стоили. Да. 40 гривен. 40 гривен, да. Штаны, штаны. Ну, почти. Овощный микс. Какой еще овощный микс? Это наша команда. Да-да-да. Нет, это базар. И кто из вас кто? Я помидорка плюс. Пугало прислали? Да. Как под конец пугало поставим. Вы видали, как он там танцевал? Да. Если, а можно покрасть пугало? Наверное. Хочу этот ледяной взять хлыст. Бля, я поделился чужими деньгами, да? Понял, я понял.
отмычки возьмите. Мы разделили твою трату. Как говорится, все в семью. Я надеюсь, вы же не против, если я хлыст возьму. Бери. Теперь ты будешь сидеть в переднем ряду сразу, не задним? Ну, вроде да. Так только лучше. Ну вот, а у него нету этого сосредоточения. У нас есть отмычка. Ну попробуй ударить. Что, все по 18? Да, но не, отмычка. У меня есть... А кто там? Вы покинули сервер. Хост отключился. В смысле? Брод, а куда? Кто хост? В смысле? Хост испугался босса? Он сбежал с боя. Вот это, конечно, найс. Что хост творится? У меня босс просто на белом фоне. У меня тоже самое. Он хочет нам что-то сказать, а мы его... Нет, понимаешь, у тебя поле боя, а у меня вот в упор на меня стоит. Ребят, вы в раю, ребят. То же самое, говорю, он хочет нам что-то сказать, я понимаю. Да, а у меня просто поле боя как бы такое вот. Тут не знаю, в чем причина, ребят. А как выйти? Эскейп не работает. Че, у вас все повисло? Да, красота вообще просто. О. Это смешно. Не, так и оставим, да? Только ахи и вздохи. Да, кстати, эта игра вот полноценно стоила, как бы. Ой, весело. Что, выходить из игры, что ли? Ну да. Ёкарный бабай. Ну вы чё, она заходит полтора века. Она ещё не отвечает, представляешь? Я не знаю, как можно было сделать кривую игру? Вот, да, типа, такого типа... уровня? Ну, она, не скажу, что какая-то затратная или не знаю. Я она почему-то в оконном режиме. Да, она мне тоже открылась. Она зависла. Подожди чуть-чуть. In the golden years of Ferul's history, King... Играть. Давайте там. А, ну всего 5 глав, что ли? Как понимаете, всего. В смысле, ну так понять, всего 5 глав. Все 5 заданий. Они огромные. Ну не скажу, что первый большой, типа. Ну, возможно, первый часов. 5 часов. Это только первое. И она легкая. Давайте когда-нибудь какой-нибудь герой пройдет первую часть. Когда-нибудь. Ну, если есть такой вот Сергей. Сергей будет. Пытаться... Возможно, уже ваши внуки-то будут делать. Такой вот пыточный механизм. Об этом подключение к игре. Все, все подключились, да, нормально. Так, вроде. А, уселся и писать персонажа. Да. Оладушка, оладушка, все, у нас осталось, да. Бан? А, блин, не получилось.
Значит, это сейчас будет больно. Ой, это было больно. Да не хватит уклоняться. Получай урон. Ну, бро, я не танк на самом деле. А, я почему не сдвинулся? Ладно, я понятно. Надо было сначала перейти. Не, почему-то сейчас закончить ход. Умные мысли преследовали его, но он был быстрее. Еще использовал при этом ускорение. Да-да. Ну, сейчас может. Нет, не может. Когда он там ходит. А, вот. Угу. О, соломинка. Соломинка. Вот так. Оп. И будет у нас помагу хотелось. Ну да. Знаешь, маг это круга БДСМ. Нифига у тебя удары. Криста 84. Ёперный театр. Это только начало. Еще и критически нанес. Передвинься, не забудь передвинуться, пожалуйста. Он сейчас мог, наверное, еще вниз, он сяд внести с крита. Даже сквозь броню. Так, ну давай попробуем. Да мы сейчас с Валерой отлетим просто, по-моему. Да. Смотри, как он на нас смотрит. Угу. Там еще пугало стоит. Не знаю, может попробовать ледяное оглушение? На оглушение не действует. А, она не будет. Да, там его иммун ко всему. Ну и тогда просто охуеть. А, нет, мне надо было это поменять на водную. Ну, я был просто это намочу. Может ли прыгнуть пугало больше одного раза? Не знаю. Сейчас я банить буду. Бан. Это новый любимый соус? Нет, стандартная соло. У меня сиконе. Ну ты себя похилишь еще давно. Она вот пугало похилила. Да, пусть пугало живет. Только она не похилилась. Валера плохо старается. Это были его последние слова, дальше он умер, потому что слишком много урона по нему прошло, кто-то его не похилил. При скрытии днева обнаружили книгу. Кого? Куда? Пиво. А ты думал, так легко? Нет. Бедный пугало, как же мы смотрим. Все, дальше получаем мы место. Пугало закончилось, все. 41! Так, броню же вас сняли. У меня 5 брони. Да, я не могу 30. Поменять оружие, потому что я ошеломлен, да? Да. Бей их с плеча всех. Ну, попробуем. Не получилось. Один моя хп, бля. Убрали. Просто. А моё где? Мы бан выдадим, да? Нет, не выдадим. Сейчас другой бан будем давать.
спасибо. И кого бить? Ой-ой. Что это? Неприятно. Кого бить? Ну вообще всех. Я всех убить не могу. Ну, да, больше всех. Этих сильных, которые бьют очень большим сильным уроном. Сильных. А сколько у вас еще минус броня раундов? Два. Один раунд. Два. Один. У тебя там есть? Два, у тебя есть трава на фулл хп? У Сережи должна была быть. Или что там у него есть? Что у меня есть? А что у меня есть? Огненный шелк у меня есть, да. Ну, можешь огненный шелк съесть. Что нам, разбойников, да? Мародеры или сильного разбойника? Дурочка. Сильного лучше, да. Хотя у него брони, он, конечно, больше. Я понимаю, но нам надо его... Если убьешь короля, то бой закончится в любом случае. А ты раньше об этом мог сказать, прежде чем я вот ударил? А я умер. Потому что у нас вот один отвалился теперь из-за этого. Жестко. Понимаешь, просто тайминги. Мысли меня все-таки преследовали, а я тоже оказался быстрее. А у меня-то святилища нет. Убейте тогда короля. А, если я использую корень, то у меня... Потрачу... Топ 10. Топ 10, да. Да, да. А мы союзника уже, блядь, не будем? Sorry, такого bro, союзника я у вас был союзник? Лежит, смотрит. Ну, Лера может. Sorry, bro. У меня меньше хп, у меня меньше, чем... Я должен... Мощный туда мы делаем. Вот даже вот так вот. Как ты его ненавидишь. Мы еще встретимся, и такой... В смысле, бой закончится? Да второй раз наебали, нас два раза подряд наебали. Видишь, да, Катя, он закончился. Как ты легко доверяешь Диме? Просто. Понятно. Ну, ты убил самого сильного врага, бой почти закончился. Обман в обманке, просто. Я это... Тупо как щит работает. Ты как пугало работаешь, бро. Я так и подумала. Раз Серёжа его не хочет вызывать, я буду тебя вызывать, бро. Звучало очень странно. Как же хочется убить Оладушка. О, сегодня живем. Бро, это не скоро, подожди, это ненадолго. Ладно, может быть, мы еще живем. Следующий пробиваем. Вся надежда на мага. Настолько, да? А у вас все равно же броня установилась. Там вон маленький уйдет. О, это было весело, конечно. Я теперь не верю. Все, Дима потерял доверие, как авторитетное лицо. Да ладно, все-таки говорил, если его спрыгнуть в расщелину.
Ну. Всё? Хорошо. А теперь откройте все новый класс, что там дальше. Так. Персонаж нанес больше всех урона, персонаж убил больше всех врагов. Кто больше всего получил по лицу? Три раза оживился. Как неудивительно, Сережа. Понятно, Сережа, все тащил на себе. Ну и давай, не надо, все прям. Да. Одно оживление. Ты просто палач. А мог быть танком. Да. Валера у нас Робин Гуд. Я крутой просто. Больше. Да. Так, мы получили эти книжки, надо что-то открыть. Лавка, лавка. Вот алхимик. Страшный дед. Угу. О, а просто скажи, катку берешь себе гигачада фермера и нормально. А что он делает? Алхимик хз. Все персонажи. Как это посмотреть подробнее? Шут. А, шанс получить случайно бомбу в мире или подземелье позволяет легко сбежать с любой клетки. О! Побег идеально. Нет, это с любой клетки, это не из этого. Ну, да, из боя. А, окей. Класс. Окровавленные виллы я могу себе позволить. Читала всего лишь две книжки? ХЗ вообще должно было больше, 16 нет, нам дали. Вам дали 16, ты купила класс просто. Вам дорогой. Я не покупала его, я давно его купила. Я еще ничего не брал. Да. А почему тебе сейчас ничего не дали? Я не знаю. Это... Что за дьявол? Тот же ничего не дали. Не дали. У меня до этого было 16. Может, я хотела себе смешную накидку зеленую. А тебе Патрика? Да. Хотел стать лепреконом. Да, мне не дали. Ну что за бред почему-то? Да. Ну, все игры зависят на. Все сегодня, да? Где мои книжки? Думаю, в следующий раз уже начнем вторую. Да. Мы завершили, хорошо. А я-то иду, надо покушать. Приятного. Мне так часто их пишут. Почему у меня Valorant? Готовься к нейтралочке. Прикиньте. Сетевая игра это. Хотя нет. Я жду ответа, как бы. Поставь Гришу на почту саппорт. Ждёт это сразу на муктра. Да, заканчиваю стрим тогда. Может, если пойдем во что-то еще поиграть. Help me.ru или что-то, я не помню.